как посвящают монахинь? Посвящают монахинь. Ну, назначают день, там уже смотрят по человеку, если он готов немножко так вот уже, подходит к этому, да. Это, ну, допустим, я послушницей была 6 лет. Одевают, сначала одевают просто такую вот платьишко черное, платочек черный, а потом уже, вот когда уже решает руководство, духовное руководство решает, и они как бы так вот назначают день. В Великом посту обычно, вот, в Великом посту нас подстригали 6 сразу. Там меняют имя, уже как бы так чувствуешь себя уже по-другому. Ну, такое вот таинство, как бы, ну, церковное. Монахиня, вот, инокиня, я пока инокиня. Ну, как Господь уже управит. Вот. А как часто вы приезжаете в Авдарму? Стараюсь каждый год. Авдарму очень люблю. Очень люблю наших односельчан, всех бабушек в церкви. Вот, обязательно в церковь попаду. С такой радостью со всеми встретиться, со всеми родственниками. Вместе помолиться Богу с ними. Так вот, чтобы у всех было хорошее настроение. Дай Бог, чтобы всегда вот была возможность так вот и приезжать, встречаться со всеми. Конечно, это очень радостно для меня. Это такое вот волнительное такое. Я все собираюсь в дорогу, все знают, все там приветы передают. Мама часто приезжает ко мне тоже, помогает нам в монастыре. Сестры приезжают, папа даже один раз был. Очень так даже радостно мне, да, так вот, с Божьей помощью.